День семьи, любви и верности, праздник истинного чувства, день памяти святых Петра и Февронии. Этот праздник можно считать нашим ответом Дню всех влюбленных, а церковная дата со временем стала светским праздником, потому что неизбитая история любви Петра и Февронии полюбилась людям. Они на примере своего супружества показали, какой должна быть настоящая семейная жизнь, как нужно ценить, любить и поддерживать друг друга. И не случайно более 20 брещан решили зарегистрировать свой брак именно в этот день, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Сегодняшний день, 8 июля, это День семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии, как мы знаем. Они являются покровителями семейной супружеской жизни, и он ничем не уступает 14 февраля, Дню всех влюбленных. И на сегодняшний день мы должны зарегистрировать 21 пару. У каждой влюбленной пары есть своя незабываемая история отношений, опираясь на которую можно писать повести, слагать стихи. У Ангелины и Александра все происходило именно так. Чувство вспыхнуло внезапно у обоих. Но помимо страстей, признались молодожены, их связывает нечто большее, а новый статус мужа и жены обязывает быть двумя половинками целого, нерушимыми и неделимыми. Новая семья, счастье, благополучие, конечно же, до конца жизни. Надеемся, что этот шаг принесет нам много радости и счастья. Ну и новых успехов, достижений. Историю своей любви Дарья и Александр не разглашают. Счастье любит тишину. Но светящиеся глаза у обоих и трогательные слова признаний говорят сами за себя. В день семьи, любви и верности они поклялись друг другу пронести чувства, которые соединили их через всю свою большую, долгую и счастливую жизнь. Торжественное бракосочетание по-настоящему было торжественным, искренним и очень трогательным. А теперь откройте ваши глаза и подарите своему любимому человеку взгляд полный любви и доверия. И сейчас, именно в этот момент, ваши руки украсят обручальные кольца, древний священный символ любви и преданности, глубоких и искренних чувств. Пусть они напоминают вам, что ваша любовь бесконечна и навсегда останутся воспоминанием о сегодняшнем торжественном событии. Дарья и Александр уже супруги. Они понимают и принимают всю ту ответственность, которую предполагает совместная жизнь. А примером этой паре будут родители, с которыми они, не сговариваясь, едины во мнении, что нужно, чтобы семья была успешной. Счастливой. Большего не желаю. Хочу, чтобы счастливы все были в моей семье. А на ваш взгляд, Даша, что самое главное в семейной жизни? Самое главное в семейной жизни – это доверие, поддержка, ну и любовь, конечно же. А сколько деток хочется вам? Двое. Двое. Мальчика и девочка. Это же как получится. Скажите, семейные ценности – это что, Саша? Сохранять доверие в отношениях, стараться поддерживать их, искать решения в трудных жизненных ситуациях, поддерживать друг друга и помогать. Взаимопомощь, да. Одно из важнейших составляющих. Взаимоподдержка, взаимовыручка. Забота друг о друге. Уважение. Самое главное – уважение. Доверие. Пусть они будут счастливы. Да. Чтобы у них все получилось. А всего за первую половину 2022 года свой брак зарегистрировали 835 пар. И для каждой пары церемония бракосочетания останется в памяти на всю жизнь. Для меня это всегда новые эмоции. Каждая пара, там 20 пар в день или 25, неважно, каждую пару пропускаешь просто через себя. Прочувствуешь всю атмосферу праздника, все торжество, и, конечно же, хочется говорить об этом от всего сердца, потому что это напутственные слова, которые люди, ну, молодые, пронесут через всю свою семейную жизнь, и, надеюсь, будут их вспоминать. Символом Дня семьи, любви и верности является ромашка. Обязательно порадуйся членам своей семьи букетом из этих чудесных полевых цветов.